Моя удача. Ну что, мы дождались, когда наконец-таки два этих одиозных человека сойдутся в ринге в главном бою карда «Хардкор боксинг» на НТВ. Просто вдумайся, больше 10 лет ожидания, когда эти ребята наконец-то выяснят отношения. И мы сейчас станем свидетелями того, как они наконец-таки разберутся. И самое главное, что они разберутся согласно правилам. Да, тут же пошел в размен Дацик. Понятное дело, именно этого от него ожидал. Константин, я так понимаю, что ваш прогноз был пророческим, да? Просто попадание на первых секундах от Дацика, и все закончилось просто моментально. Александр Емельяненко проделал феноменальную работу для своего возвращения. Но очевидно, что его организм, в частности мозг, видимо, голова уже не способны так держать такие тяжелые попадания. Либо просто не хватило времени на подготовку. Может быть, еще 2-3 месяца ситуация была изменилась. Но правда, это жесть. Смотрите, Вячеслав тоже подходит к Саше. Слева. Левый боковой сейчас будет. Вот это попадание. Действительно, левая. Размашистая Дацика прилетает точно в цель и просто обрубает Александра Емельяненко. Улыбается Вячеслав Дацик, как понимаю, что он доволен собой. Хотя, в принципе, как можно быть недовольным собой после такого перформанса? Пытался Александр, конечно, уйти от этого жуткого размена. Давайте будем объективными. Все прекрасно понимали, что будет делать Вячеслав Дацик. Да. Все ожидали, что именно так он пойдет на Александра Емельяненко и так попробует завершить. И в целом я знаю, что в лагере Александра Емельяненко готовились к такому развитию событий. Но при этом, я думаю, все понимали, что один, два или три удара Дацик точно донесет до цели. И главный вопрос был в том, насколько Александр Емельяненко способен держать такие попадания. Как мы стали, увидели, точнее, он оказался не способен выдержать такие удары. Если не ошибаюсь, два удара всего донес Дацик за весь поединок. Ну вот решающее роковое попадание было именно слева, размашистое. Фух, прям надеюсь, не знаю. Что со здоровьем Александра Емельяненко, опять же, на дистанции все будет в порядке после такого сокрушительного нокаута. Представляю, какие скоро пойдут разговоры. Вячеслав Дацик безальтернативно закрывает этот конфликт, по крайней мере, на данную секунду. 13-летний? Да. Да, с 2010 года. 13 лет ждали, чтобы 13 секунд узнать. Главным событием сегодняшнего вечера рефери поединка Андрей Курнявко останавливает бой на 12-й секунде первого раунда. Победу нокаутом одержал Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик!